Всем привет, с вами Малоградка, и сегодня мы поиграем в игрушечку, точнее мы сегодня продолжаем играть в игрушечку под названием Hollow Knight. Соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее, и сегодня у нас будет атмосферный контент. Я причем я тебе прям серьезно говорю атмосферный. Даже уже не шоп-выносящий, я уже просто топ атмосферный. Вот как-то так. Ну в общем-то, в прошлой серии мы остановились на том, чтобы открыли, получается, карту грибной пустоши. И нашли мы ее где-то, получается, здесь, вот, если я не ошибаюсь. Там был картежник как раз-таки. Нашли, получается, Хорнета ее встретили. Вроде как обочи, и вроде как продолжение, как я понял. И нам нужно вот дойти до сюда. На карте это как-то отмечено. Далее спустились в деревню Богомолов. И чё? И нашли прыжок от стен. Вот как-то так. Поэтому, как обычно, переходи по нацессе с правым верхним углом и смотри, что там у нас было. Так, все нормально. Так, и что? В этой серии попробуем с боссом посражаться. Так, самое главное сейчас вспомнить, как управлять. Надо было записывать мне это все. Получается, в одну серию. Так, как обычно, вспоминаем. Пипка — это прыжки. А получается этот... Тихо. Здорово, чувак. А сражаться мы на крестовину. Вот я сейчас сражаюсь на пипку, и поэтому я херачу вверх, блин. Какая же срань. Как же неудобно-то это все делать. Ну иди сюда, говно. Иди сюда. Блин, ну какая же тут срань летающая. Его еще фиг убьешь, блин. До него не дотягиваешься попросту. Так, ладно. С этим пацаном мы не будем, мы его там, скорее всего, не загасим. Здорово. Ну давай, еще говно. Тихо. Замечательно. Тут же вроде еще был этот, как его, богомол. В общем, тихо. Костяныч написал мне, что оказывается-то тут множество разных приколов есть. Блин, да ты серьезно что ли? Спускайся, говно. Сейчас я тебя, короче, буду бить очень сильно. Так, ладно, он тут вряд ли пройдет. Ну вот и замечательно. Зато полностью восстановились, а будем привыкать. Ну мы, слушай, а мы вот так вот просто могли пройти. Правда, в итоге потом под конец как-то все равно, блин, по херне у нас все пошло. Так, чувак. Блин, я все равно об тебя ударился. Ой, я ты в жопу буду тебя вот таким образом косить. Так, хорошо, где мы вообще находимся? Мы около деревни Богомолов. Если что... А, подожди. Так подожди же. Я это сейчас лоханулся. Там же какая-то херня была. Мы же какого-то тут червяка встретили. Вот, а давай его это спасем или еще что-нибудь с ним сделаем. Вот он. Я уж прям про него забыл. Только как его сейчас достать? Ну, чувак, подожди ты. Ты там не урча особо. Я точно не смогу это ничего тебе никак помочь. Может, мне тут нужно как-то вот эту вот херню? Да нет, смотри. Хотя логично бы. Было бы логично. Там есть какой-то проход сверху. Да что-то какая-то странная тема, подожди. Не понимаю. Вот прямо слово совсем не понимаю. Я тоже не понимаю. Я тут вообще был? Да-да, вроде. Подожди, я тут был или нет? Ну, напиши мне потом в комментах. Так, осмотреть. Трюкач. А что трюкач делает? Что это такое? А почему меня тут не было-то? Почему я не помню это место? Тихо. Блин, надо вспомнить управление. Я тебе прям серьезно говорю, я все вообще забыл. Все, короче, я теперь буду вот этого хохла записывать, получается, тогда это. Каждая... Подожди, а что за трюкач-то? Ну-ка, давай, короче, посмотрим. У нас тут все равно есть скобеечка. Никуда мы спешим, 4 минуты мы уже всрали. Замечательно, весело, прикольно. Так, а что за трюкач? Очень похож на чудаковатого жука, известного как трюкач. Носитель может чаще... передвигаться рывками и делать рывок вниз. Отлично походит для тех, кто хочет передвигаться быстрее. Но он две херни занимает. Давай попробуем вот это снять. И вот это вот надеть. А наверх я все равно не могу. А зачем мне вниз-то перемещаться? Короче, непонятная херня, если честно. Ее мы, естественно, ставить не будем. Мне трюкач не совсем нравится. Оставим вот эту штуку.
А, я все, я понял, это все-таки быстрее как-то перемещается. Но нам это все не надо, если честно. И без этого нормально. Так, хорошо. Переходим тогда наверх. Извиняй, пацан. Но сегодня не твой день. Мы сегодня идем к Хорнет и вот это вот ко всей херни. Ведь, блин, говно. Ну иди сюда. И все равно меня задел от срани. Ты сейчас будешь страдать, слушай. Я тебе серьезно говорю. Ведь говно. Нет, не хочу. Не хотеть падать. Так дайте мне отсюда уйти. Так, где мы? Нам нужно еще наверх. Давайте тогда, я знаете что? Давайте я тогда доберусь до туда. И потом включу ее, тогда получается запись. Короче, магия монтажа. Так, ну и все. В принципе, мы дошли. И давайте я тогда поставлю сразу же. Вот этот вот таймер. И вот я вам показываю на карте. Мы все-таки дошли до вот этого момента. Тут, в принципе-то, мы остановились. Как я понял, тут у нас сейчас должен быть босс. А может и не будет, и не знаю. И, в общем-то, смотри. Сейчас прочитаем. Здесь кончается путь скитальца. Перед тобой лежит сердце Хэллоусена. Ступай же вперед и присоединись к его славе. А вот как-то так. В общем-то, нам нужно как-то наверх пойти. Эть, красиво. Ну, красиво же, скажи. Ну, вот как-то замечательно. Так. Нет. Так, а у нас идет теперь паркур, да? Ну, слушай, подожди. В принципе-то, можно как-то с этим жить, если честно. Я надеюсь, что я буду тут восстанавливаться в том же месте. Так, хорошо. У меня такое ощущение, что теперь у меня души гораздо больше тратится. Так, давайте туда, куда-то наверх пойдем. Хорошо, это, как я понял, сохранение у нас. Давайте тогда возьмем себе полностью хпшку и восстановим. И восстановим вот эту вот херню. Жалко то, что не полная, ну да и ладно. Я тут. А как мне дальше-то пройти? Эй, блин. Тихо. Это все, конечно, весело. А, я теперь типа делаю вот этот мост. Какая же срань. Какая же срань. Так, а внизу у нас там ничего? Да, да вроде как да. Так, хорошо. Это у нас якобы сохранение. И нам еще нужно дальше пройти. Где? Тут самое главное упасть вовремя. Я вот как-то вот так вот, и все замечательно. И паркур у нас выполнил. Интересно, сколько тут Костя, конечно, прыгал. Но это вы можете посмотреть у него на канале. Костяныч, Мегалогон, Мегалохон, Хоррорбокси. И вот это вот все дела. Так, открываем тему. И, скорее всего, вот эта сейчас статуя живет и нам даст. Нехеровый такой. А нет, ничего. Большая статуя рыцаря. На груди у него углубление. Оставить герб города. Ну, давай. А, это типа открыть вот эту херню, что ли? То есть я должен был, короче, найти. Смотри, у нас тут много кто, это, дохлый валяется. Да ладно. А зачем ты закрылась? Я тебя на кой вот это говно вставлял? Ну, видимо, сейчас с боссом будем серьезно сражаться. Блин, а проблема так-то. Хотя, давай восстановим только все хп хотя бы одно. И посмотрим. Так, у нас сразу же говно какое-то там стоит сверху. Замечательно. Как я понял, она минус 2 хп сразу нам даст. Ух, я хочу, блин, да просто посмотри на эту локацию. И весело. Так, говно. А ты в смысле прыгаешь? Я уже забыл, что вы делаете, пацаны. Я вам сейчас тут всем дам, блин, просраться. Блин, на таких вот легких пацанах еще и урон получаю. Слушай, мне кажется, то, что сейчас это... ХП как-то я слишком себе мало сам. Так, ты какой-то сложненький, как я понял, да? Не, говно, ты сегодня умираешь. Ничего нет, ты мне урон не наносишь. Так, тихо. Тут ничего интересного нету. Так, давай ты там это... Умрешь, и все будет нормально. Я не знаю, как с ним сражаться. У нас нету карты этой области. Поэтому, знаете что? Поэтому мы будем искать сейчас именно саму карту. Без нее я никуда не хочу идти. Вот такая вот я срань. Так, может он где-то наверху будет?
Так, а это я что-то пока не понял, что это такое. Это, в общем, закрытая какая-то территория. Чего, бля? Не знаю, короче, что это такое, ну да и ладно. Так, спускаемся вниз тогда. На что нам еще остается-то? Может, что-нибудь внизу тут будет? Ладно, идем тогда прямо. Нам ничего как бы не остается. Хоть как бы это печально не звучало. Так, вот этого чувака можем так разнести. А, ну и все, в принципе. Я более-менее надращился, да. Уже более-менее нормально сейчас могу играть. Так, опять это говно какое-то там бегает. Учи, господи, у нас идет красивая мелодия. Так, ну ладно, мы уже потеряли хп, поэтому давайте его просто подзаспамим. И восстановимся. Будет гораздо удобнее, нас там просто бы зажал. Учи, господи, какая же мелодия тут сейчас играть прикольно. Иди просто посмотри на это. Я ж не знаю. Красивая локация, честно тебе говорю. Атмосферника что жесть. Тихо. А, можно... Это говно, а это какое? Только не надо мне больше урона наносить. Все, спасибо. Это вообще не весело. Все, хорошо. Это мы, получается, в каком-то замке. Да, это замок посреди грибной пустоши. Но мы, к сожалению, не можем посмотреть, что-то такое. Все, хорошо, я вниз хочу. Хотя мы можем наверх. Слушай, а что там наверху будет? Ну-ка, давай наверх. Так, осмотреть. Великие врата запечатаны. Никто не войдет, никто не выйдет. Так, тут что-то какая-то срань произошла, как я понял. Немножечко узнаем сюжет, а что? А что бы нет? Так, ну-ка, спускайся. Мне интересно, что там наверху? Ну-ка, еще выше. А, наверх мы не можем, да? Ну и хорошо, так, в принципе. Идем дальше. Опа, здорово, чувак, как твое ничего? Отдохнуть. Ну, тихо, господи. Чё ты меня смотришь? А я тебе ничего не могу сказать? Слушайте, вот, мама. Перед нами... перед нами простерлась столица, мой друг. Какое же это нынче безрассудное место. Безрадостное место. Но в нем можно было найти разгадки моих тайн. Многих тайн. Меня тоже будто тянуло к этому месту. Теперь же, находясь тут, я не очень-то хочу спускаться дальше. Что же держит меня? Страх или еще что-то? Тебя держит умиротворение, чувак. Тебя держит просто умиротворение, потому что тут слишком прикольная музыка. Я бы сам бы отсюда никогда бы в жизни не ушел. Ну, может быть, ушел бы. Если хотел бы, ушел бы. Так, ладно, зачем я тут всю мебель-то крушу? Красоту ломаю. Готические всякие замки. Так, тихо. Один удар. А теперь... Да ты как мне урон-то нанес? Срань. Так, мы тут пока посидим. Тихо. Не-не-не. Блин, его не получается по дважды ударить. Да как срань. Я еще пока его тайминг не полностью понял. Да я не понял, что прощок тайминг. Я что-то думал. Это тайминги, или как там Костя говорит? Так, подожди, мы можем вниз спуститься, можем тут пройти. Давай тут тогда. Так, ну вот этого чувака мы разнесли, и все замечательно. Так, это у нас какой-то сейф. Давай его сломаем. А чё бы нет. Блин, у нас уже так-то денег многовато, я тебе так скажу. Надо бы их потратить как-нибудь. Так, идем тогда вниз. На лифте, а то чё мы. А то чё мы как не это, не люди. Так, там можно было запрыгнуть. Давай попробуем. Город слез. Да ладно, а ты еще летать умеешь? Ты там... Больше ничему не научился. Какая же срань. Так, килимся. Да ты кому? Сволочь. Мелкая шкильня. Судя по голосу, конечно. Так, ну ладно, давайте дальше посмотрим. Я хочу найти карту. Без карты тут вообще непонятно, что и дальше идти. Как же ты меня бесишь. Его ведь не ударишь так нормально. Ну вот он отпрыгнул. И вот он сразу же меня ударил. А блин, как уж он стрёмный. Его вообще хер просышь с этими таймингами. Сложный босс. О, моб на самом деле.
Ну ладно. Вообще, мне вот интересно, зачем я тут есть? Так, на этом можно было хп себе спокойно восполнить. Замечательно красиво. А тут мы никак не доберемся. Где? Хотя... Да... Почему эта штука не отпрыгивает-то? Вроде же как должна. Блин, а. Уйди отсюда. Уйди, не мешай. Уйди. Уйди, говно. Красиво. Так, хорошо. Не-не-не, давай ты, чувак, умрешь, и все будет красиво и весело. Мне вот интересно, если я сейчас попаду в этот... Тихо. В воду, то я это... Урон себе... А, не, урон я не получаю. Да вот и все красиво и весело. Так, хорошо. Опять ты. Как же ты меня бесишь. Вот, наконец-то, без урона его прошел. Так, карты опять же у нас нету. Печально. Наверху какая-то херня у нас. Осмотреть. Механизм с простой замочной скважиной. Там тоже ничего интересного. Или подожди. Да вроде нет. Ну ладно. Давайте сюда перейдем. Пройдем. Так, какая-то фигня интересная. А, видимо, тут все-таки босс. Как же громко. Ну ладно. Все те, кто пьют чаек, либо же едят, приятного аппетита и приятного чаепития. Мы встретили снова, маленький призрак. Обычно я довольно догадлива, но тебе я все же недооценила. Но теперь я знаю правду. Твой взор простирается за пределы королевства. Твоя несгибаемая воля рождена из двух пустот. Не удивлена, что ты достиг сердца этого мира. И посему ты должен знать о жертве, что не дает ему погибнуть. Если ты все еще хочешь спасти Хэллоуисен, найди могилу среди пепла и обрети отметину. Что дает она тебе подобным. Так, подожди. Если ты хочешь спасти Хэллоуисен, найди могилу среди пепла. И обрети отметину. Что дает? Так, хорошо. Красиво. Осмотреть. Память о полном рыцаре. В черном хранилище высоко над нами. Благодаря этой жертве Хэллоуисен будет стоять вечно. Вечно это что, как проклятие, что ли? Я пока что не совсем понимаю, ну да и ладно. Храм черного яйца добавлен на карту. На какую карту? А, мне она типа... А, мне вот сюда нужно. В забытое перепутье куда-то. Для чего? Мне его убить надо? Окей. Давайте пока тут походим. Я потом спрашиваю... Напишите мне в комментах, что это такое. В смысле, с чем это есть. Это что такое? Мне туда нужно или нет? Пока без понятия. Так, хорошо, с Корнут мы в итоге не посражались, мы просто тупо встретились. И она меня не била. Даже так? Я думал, что она бой-баба, которая будет постоянно меня херачить. Ну ладно. Так, осмотрите и давайте наверх пойдем. Потому что наверху что-то нам тут показывает, что-то интересное есть. А ну-ка давай. Так, и у нас тут есть сейф. Кстати, посмотрим. А, 18 минут только прошло. Блин, а нам тут, получается, нужны это... Блин, 1000 как бы монеток. Слушай, вообще, на самом деле, нам уже самое оно возвращаться. 1000 монет — это дофига и больше. Слушай, на этот моменте давайте, знаете, еще так сделаем. Пойдем все-таки отсюда нафиг. Хотелось бы найти карту. Но я пока без понятия, где она тут находится. Ты говно это, не хуручи на меня тут. Я уже теперь мотылек такой нехеровый. Или мыргалек. До сих пор не знаю, кто я. Этого я не заметил. Только начал выпендриваться, какой я крутой, блин, стал. Что я тут уже могу спокойно убивать любых персонажей. Ага, конечно. Так, хорошо, налево пойдешь и что получше? Какой-то звук. А, это не карта, блин. Ты это тут больше не летай, сволочь. Блин, не вовремя. Слушай, давай попробуем кое-что сделать. Это, конечно, извращение лютое. А, блин.
Да, два урона-то я тебе все равно нанес, козлина. Чё, как тебе такое? Не? Как тебе такое? Ты просто посмотри на меня, какой же я теперь крутой стал. Как я теперь разношу, и тебя и кереть просто не встать. Так, пацаны. Было бы замечательно тебя сразу убить. А потом тебя. И вот красиво, весело. Все, хорошо. Спускаемся, точнее, поднимаемся наверх. Вот эта штука, это, по-моему, у Хорнет была, да? Я, кстати, кого-то слышу. Что-то какой-то странный звук. Кузнеца вроде. Подожди, а кузнец разве тут находится? А мне сказали то, что кузнец... А он где, он наверху или что? Ну, карты у меня нет, лучше бы тут был не кузнец. Вот прям ей-богу. Ей-богу. Это, как я понял, шипы. Ути, господи. Здрасте, войти. Здорово, чувак. Как твой дичи? Принес еще один гвоздь на заточку. Оставь его на земле и возвращайся позже. Если, конечно, хочешь, если, конечно, выживешь. О, прости, я принял тебя за кое-кого еще. Тебе нужен кузнец гвоздей, да? Ну, вот он я. Не очень люблю болтать, но если тебе нужно поболтать, полотать, точнее, гвоздь, то ты по адресу. Кузнец гвоздей. Твой гвоздь в довольно печальном состоянии, и он точно не моей работы. Но все же, каждое оружие для такого, для даже такой запущенного, можно вернуть к жизни. Был бы навык и сноровка. Если хочешь, я могу перековать твой гвоздь. Он станет более смертоносным. Так, ну вот это вот интересный момент. Ну потому что в комментах, точнее, Костяныч мне говорил то, что если ты прокачиваешь свой гвоздь, то вроде как ты можешь побеждать получше боссов, но при этом они становятся сложнее. То есть, короче, напишите мне в комментах, нужно ли мне этот гвоздь прокачивать или нет. Сейчас я его прокачаю, почему бы и нет. Не знаю, есть ли большой смысл или нет. Но я жду ваши комментарии, жду, что вы мне там напишите, нужно мне это делать или нет. Вот прям вот, если считаете спойлером, то вот все равно заспойлерите. Как пожелаешь, тогда я примусь за работу. А что мне нужно сделать? Эпичненько. Эпичненько. Вот, получай, перековка завершена. Я заточил лезвие твоего гвоздя. Теперь он намного сильнее, чем был раньше. Иди и попробуй его на своих недругах. Чек, подождите. Подожди. Так, а где эта штука? А вот она, вещи. Заточенный гвоздь. Традиционно оружейный хаос. Она в первозданном смертоносном величии. Окей. Давай. Ну, я теперь их с первого удара выношу. Ну, слушай, мне это на самом деле-то не особо и надо. Если да... Кстати, возможно, знаешь, как это работает все? Возможно, вот этих пацанов я теперь буду выносить быстрее, а боссов медленнее. Знаешь, что я тебе скажу? Мне, если честно, по барабану на этих персонажей вот этих вот. На боссы лучше не надо прокачивать. Они же самые сложные, наверное, будут. Ну да, и гвоздь теперь в разы лучше стал. Я теперь их просто выношу, даже не замечаю. Ну извините меня, они и без этого были достаточно легкие. Короче, не знаю, реально, напиши в комментах, что и как, и кому, и почему. А мы поднимаемся наверх. Пойдем с боссом посражаемся. А, кстати. Не знаю, зачем мы как-то на это... Подожди, а вот тебя за сколько я теперь выношу? 4 удара? А до этого я тебя что, еще дольше выносил, что ли? Возможно, кстати. А почему я наверх-то не могу? Странная какая-то вещь, ну ладно. Так, подожди. Ну что, здорово, чувак. Не скажешь мне ничего. Судя по всему, город выстроили в стенах огромной пещеры, а дождь хлещет сквозь трещину наверху. Где-то там должно быть очень много воды. А что ж, если своды пещеры выстрелили так долго, то их и на нас хватит. Но дождь, кажется, и не думает прекращаться. Хотелось бы мне узнать, откуда он берется, перед тем, как покинуть королевство. Вид там, наверное, потрясающий. Так, то есть подожди, он мне сейчас подсказал то, что есть очень крутая вещь сверху этой локации. Обязательно туда заходим. Мы, мать его, приключенцы. Мы приключаться на красивые места.
Здоров, чувак. А теперь я тебя буду херачить больно и сильно. Блин, это какая же срань. Не? Так, ну слушай, ну у нас практически 1000 гео. Блин, опять ты тут, господи. Так, не, подожди, нужно восстановить здоровье. И потом, да. Какая же срань, а? Все равно ведь меня задел. Ну что вот это такое? Такое ощущение, что тут какая-то секретка. Но тут ничего нету. А почему он уже... Ну, что, нормально. Я тебе рад каждого говна буду получать. Не раздражайте меня. Слушай, мне это минус. Знаешь почему? Потому что вот эти вот пацаны, я их раньше больше бил, соответственно, больше восстанавливал себе здоровье. А теперь я буду, допустим, только... Да ты будешь там уворачиваться, алё, говно. А теперь я, соответственно, меньше получаю с них душ. Так что я даже не знаю. В общем, короче, мне говорили то, что это на самом деле не очень прикольная вещь. И лучше не прокачивай вот это, как его, гвоздь. Даже не знаю почему, ну да и ладно. Так, подожди, мы наверх вроде как шли уже. Тут ничего интересного, мы тут пройти не можем. Так, ну я пока не знаю, что это с этой локацией. Вроде как я более-менее исследовал. С этим говном я вообще не хочу общаться. Ну его нафиг. Так, я... Подожди, я тут вроде как не был. А тут ничего интересного-то, собственно. Где? Ну, вроде как, да? Тихо. Да нет, подожди, блин, а. Да. Он иногда как-то не прыгает вообще от слова совсем. Ну да, там ничего, короче, нету. Хорошо, спускаемся вниз. Ну чё, подожди. Я пока чё-то вообще нифига не понимаю. Так, подожди, давай я тогда пару минуток посмотрю там на карту. Может быть, что-то пойму. Потому что, ну тут, конечно, можно было походить, но это, блин, это долговато будет. Короче, на паузу уходим. Так, ну вроде как вот нам вот сюда куда-то надо идти. Опять это говно летающее. Я, блин, промазал, конечно же. Так, пожалуйста, можешь погибнуть как-нибудь. Тут прям... О, смотри, а его теперь действительно быстрее убиваешь. Так, ладно. Может быть, это даже к лучшему, то, что я прокачал все-таки на одну херню. Ну, уйди отсюда. Да уйди отсюда. Ой, чё, господи. Ты тоже иди отсюда. Бесите меня, сволочи. Ну и что, доволен собой? Вот я из-за тебя упал, из-за тебя я снова сюда поднимался. В общем, короче, мне, как я понял, нужно сюда наверх. Это единственное место, где я тут, получается, не был. Иди сюда, слышь? Да, алло, прыгай сюда. Ну, нет. Блин, да какая же странная. Вот что, довольны теперь с собой, козлы, блин. Я тебя за это задушу тут, сволочь. Задушил ведь. Вон меня. Это срань. Ваши, с вашими, блин, этими паркурами, херурами. Так, ну ладно, я до сюда дошел. Сражаюсь с пацаном, сволочью. Редкостный такой. И, в общем-то, вот оно. Ну слушай. Я пока не знаю, что тут у нас происходит. Идти ли мне туда или нет. Возможно, тут сейчас какой-то будет босс. Я хочу пойти наверх. Мне интересно, что там еще выше. Ну ладно, давайте, тихо, для начала нужно вот эту херню поставить. Давайте все-таки пройдем наверх, а не вот тут пройдем. А мне все-таки реально очень сильно интересно, что там происходит. А, тут какая-то, короче, пасхалочка. Я, если что, сейчас на пипку, не на пипку управляю, а на крестовиду, поэтому я падаю. Тебе говорю, это не очень удобно. Так и смотреть. Печать Холлусена. Красиво. Сволочь. Так, подожди, а там что-то есть интересное? Нет. Да вот наверняка же есть. Да вот есть. А, есть, это все эта херня есть. Все понял.
Так, тихо. И тогда, получается, идем сюда. Ну а что нам еще остается? И все. И замечательно. Какой-то толстый. А толстый, короче, просто тупо бежит, да? Я хотел с толстым разобраться. Дай мне с толстого добить. Так, хорошо, это небольшая херовина, с помощью которой мы можем сюда возвращаться. Ну ты, конечно, веселый. Но... Нет, Лим. Так. Это не смешно нифига. Это все из-за того, что крестовина. Я тебе серьезно заявляю, это крестовина виновата. Неудобно мне на крестовину. Нет, тихо! Сволочь. Так, все. Проверим на пипку. Так, мы его убили, мы молодцы. И что тут у нас происходит? А тут комоды ломаем. Красиво. Хорошо. Ну, снова на пипку управляемся. Блин, это серьезно, это проблема этой игры. Гребаная пипка и крестовина. Да куда ты? Блин, зажали в итоге козлы. Ведь козлы. Да только мы вчера, получается, ну не вчера, а в прошлой серии с этими козлами богомолами разобрались. Так тут новые, блин, появились. Там какая-то херня, кстати, наверху орёт. Да что, не урчи, уйди отсюда, уйди. Сволочь. Спасибо. Да хорошо. Браво. Козлина. А, он еще кидается говно. Тебе, я тебе сейчас покидаюсь. Слышь? Я сейчас тебя покидаюсь. Ну вот и все, допокидался. Действительно. Это какая-то херня звучит непонятная. Что это такое? Люстра ломаю. Красиво. А в люстрах у них, кстати, какие светлячки. Ну-ка, подожди, а что тут у нас наверху? Наверху у нас ничего интересного. Блин, опять ты со своим браво. Уйди отсюда нахер. Ну вот и все, и молодец. Так, тихо, смотри, сейчас будет красиво. Херсиво. Нифига не красиво. Ну, а что ты думал? Эта игра не про красоту. Это про скилл игра. Понимаю. Я не хочу к ним попадаться, это какие-то срани. Я тебе прям серьезно говорю, срани какие-то. Браво, иди отсюда нафиг. Слышь ты, летающий говно, блин. Иди сюда. Давай, давай это решим все как мужики. Не, ну ты не мужик, ты сволочь, я тебе прям честно говорю. Блин, ну да, все-таки вот Димедрол вчера писал. Да какой вчера-то? Это нифига не вчера было. Короче, Димедрол писал в прошлой серии, то что тут эти какие-то бесящие противники. Все, теперь я соглашаюсь, бесящие сволочи. А что там такое? Нет, тут ничего интересного. Блин, 32 минутки, я бы на самом деле продолжил. Тут какое-то говно, блин, орёт. Мне это на самом деле нифига не нравится. Ну-ка. Скамеечка тут. Кстати, замечательно. А то бы... Тихо. А нафига я на эту штуку нажимал? Опять ты со своим браво. Козлина. Все нормально? Нормально. Вот сломаю тебе кабду тут сюда. Ой, господи. Знаете, что я заметил? Я заметил вот эту вот карту. Видишь, она тут валяется. Соответственно, где-то... Да я с тобой уже сражался. Понял, это, блин, подсаба была. Козлы, слушайте, вы не охерели тут? Да все, не бесите меня. А, и все, что ли? Я думал, то, что еще на меня кто-то нападет. Ты что так упала? Да какая-то херня сюда упала. А где карточей? Ну, где вот эта вот скамеечка, что ли? Я. Как же красиво. Все хорошо. Тихо, дай мне запрыгнуть до сюда. Здрасте. Смотрите. Автомат для сбора платы символов скамейки. Вставить его. А, друзья, за скамейку еще платить должен.
А не жирно ли тебе? Серьезно. Нифига не красиво. Здоров, чувак. Неплохая смена на обстановке после всех тех запутанных естественных пещер, не находишь? Согласен, дождь придает всему этому оттенок грусти, но архитектура города просто поражает. Рисовать карты этого места задача не из легких, хотя я уже почти закончил. Может быть, ты хочешь купить копию моей последнего наброска? Обязательно, просто вот ты не знаешь, как я сильно хочу это купить. Так, хорошо. А вот у нас и карта. Ну слушай, она какая-то странная, видимо, тут слишком большая обстановка. Так, мы вроде как тут везде были, все помечено, грибные пустоши слева. Еще одна, кстати, херня, где мы можем отдохнуть. Ну ладно. А на этом мы, к сожалению, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, подписываемся, ставим лайки, комментируем, рассказываем друзьям, ставим колокольчик вверх, смотрите в аннотации, в описании. И всем до скорых встреч, всем удачи, всем пока.